покажу. Я в такой майке. Видите, это темные силы. Сторона темных сил, Дарт Вейдер. Вот Олесь пока не вижу. Дарт Вейдер. Помните, не знаю, вы, женская аудитория не обязательно любит, наверное, «Звездные войны». Это мальчуковое фантазийное пространство. И драма Дарта Вейдера заключалась в том, что он, в общем-то, по-моему, был безотцовщиной там, да? В смысле, таким вот ребенком, который был брошенный, стал плохим. Потом у него вскрылся неожиданно сын, который хотел его уничтожить, и он только в этот момент узнал, что он его сын. И такая перипетия родовых сценариев, и фишка в том, что... Вот не вижу пока, Олесь, что вы... Не вижу вас в плане видео. А, вот теперь... Вот теперь вижу, да. Теперь вижу вас. Так, ну, запись у нас поставили. Вот, я расскажу буквально пару слов про Дарта Вейдера. И вот он, там, эпическая сцена фильма заключается в том, что этот Люк Скайуокер пытается его убить и обнаружит, что он его сын. И по наследству у них передавались способности к джедаизму. То есть Джордж Лукас, автор и фильма, и режиссер, и автор сценария, он понимал, что по наследству мы передаем не только плохое, темную сторону, но и способность к тому, чтобы быть джедаем, и мы передаем тоже. А вот так работают родовые сценарии в обе стороны. И у нас есть, в общем-то, выбор. И мы так часто бывает плачем о том, что у нас темная сторона ярко выражена, а вот светлая сторона, какая-нибудь там положительная сторона, выражена плохо. Ну что ж, Оксана, здравствуйте. Я прочитал вашу историю только что. Позвольте, я сейчас потрачу на это пару минуток буквально. Я еще раз зачитаю, хорошо? Вы не против? Да, и я сразу предупреждаю, что этот эфир, ну так, он записывается, и он будет выкладываться в социальной сети, короче. То есть он будет транслироваться. Хорошо. Ну, хорошо. Да, вы очень трогательно улыбаетесь, когда это делают люди с брекетами, это особенно меня трогает. В хорошем смысле, нет, серьезно, я очень... Это про открытость уязвимости, которая вообще-то многие не могут себе позволить. Вот открытость уязвимости, такое несовершенство какого-то такого, да, так брекеты же, это как будто бы про несовершенство, и это что-то меняет. Вот поэтому улыбайтесь, я спасибо вам, что вы так искренне это делаете. Это меня очень трогает. Ваша история. История созависимости. Я созависим до мозга костей. Выросла в неполной семье с острой нехваткой родительского внимания. Отец жил отдельно, маме не до меня. За плечами 20 лет замужества, где, акцентирую, я отдавалась полностью, пытаясь быть лучше, идеальной, соответствовать всем мыслям, немыслимым стандартам и требованиям. Почему я это выделяю? Потому что вы повторяете это в своем сообщении 2 раза. Заметили это первый раз. Замечаем. Мечтала быть самой близкой, родной и нужной для мужа. Ну, то есть стратегия такая, знаете. Вот он у меня, сучонок, почувствует, как он без меня. То есть ну, так, я вот так утрирую, да. То есть я буду такой, он просто, он не то, что он в рот засунуть ничего не сможет без меня и разжевать. То есть, ну, такая стратегия здесь проглядывается. Я утрирую, но я пытаюсь выдавать понять, что я буду самый незаменимый. Это стратегия вообще-то паразитов, паразитарных инфекций. Вот, соответственно, сразу вопрос, не было ли у вас или у вашего мужа там проблемы с паразитами, потому что, ну, вот сама форма взаимоотношений, как будто я буду делать так, чтобы он нуждался. И это, соответственно, созависимость тоже. Паразитарная история, но тоже всегда созависимость. Хорошо, это понятно. Но муж всегда обесценивал, упрекал и был недоволен. Родители и сестра у него были, то есть та семья, из которой он, нужнее и ближе, эмоционально ближе, чем я.
И он все время стремился к ним туда, уделял им больше внимания. У нас двое невзрослых детей, которые... Так-то это сообщение, да? Правильно, следующее. Ага, да. У нас двое невзрослых детей. Невзрослых. Сколько, кстати, лет детям? Очень коротко. 5 и 11. 5 и 11. Ну, так, относительно, да. На тот момент, может быть, действительно, они еще были совсем маленькие. Порой муж совершал подлые поступки. Вот дописываете поступок, которого, после которого хочется назвать его вообще-то тварью. Сейчас я объясню. Я прочитаю, все меня поймут. А когда умер мой отец, взял с меня деньги за то, что везет меня на похороны. Была безвыходная ситуация, я заплатила, но забыть не могу. Много лет назад, когда, это лет 10-12 назад, был популярен журнал «Караван историй», где сильные женщины, ну как сильные, ну там известные женщины, да, мира всего, там политики, шоу-бизнеса, там жены там, известных людей, то есть, может, сами неизвестные жены известных людей, вот журнал «Караван истории» имел такую тональность. Если его открывать, я его открывал, читал, и что не история, то получается, ну, бывший муж, сука. Ну, такая сволочь. Думаешь, вот начинаешь злиться там на них такой там, а потом останавливаешь себя и понимаешь, стоп. Но, правда, женщина имеет право и вот так его видеть. Я сейчас вообще не обесцениваю вашу историю, но внутри вашей реальности он действительно совершал подлые вещи, то, как вы это передаете нам. Ну вот меня включает, я думаю, ну тварь же. Я пока ничего не знаю обстоятельства, контекст, что там было. Мы сейчас с вами отметим, что вы действительно имеете этот опыт, и вы его так прожили. Ну то есть не обесцениваю сейчас. Это ваш опыт, и вы имеете на него право. Вот, и таким образом, в вашей картине мира, в вашей голове, ваш муж может выступать действительно очень таким сплошь негативным персонажем. Это тоже ведь ловушка, да? То есть вот эти истории, накопленные, там собранные, не зная их контекста, хочется подумать, думаешь, что, неужели правда вот такое вот? Вот просто. Вот. Мы сейчас это разбирать не будем. Я сейчас еще раз прошу. Он мог действительно так поступать, мог не так быть. Это сейчас не важно. Важно то, что вы так видите. И для вашего восприятия, ваши отношения с ним, они такие. Дайте сразу отделять. Много еще чего было. Находилась в затяжной депрессии. Сама начала заниматься саморазвитием. Пыталась отстраниться, излечить зависимость к мужу, отстранилась, он манипулировал, отнимет детей, лишит всего, у нас общее семейное дело, вот, там развод, отнимет детей, имущество, все, что сможет. И вот так постепенно появились новые отношения, потому что была на 100% уверена, что не нужна. А муж вдруг ожил, начал бегать, ревновать, короче, начал пытаться вас вернуть, но деструктивно, то есть опять манипуляции, угрозы смерти, там, да, самоубийство или убийство, что там? Убить меня хотел. Убить он вас хотел? Да. А, то есть он не себя, а вас, но это интересный момент, важно, то есть кого, себя или вас, то есть это такой, то есть он скорее психопатичный чувак такой, который «я тебя убью». А не невротический, короче, я с собой что-то сделаю, да, такой. Он скорее такой психопатично настроенный, такой, знаете. Ну ладно. Тоже понимать надо, кого вы выбираете. То есть, да, я тебя убью. Не себя, что я мне больно с этим могу сделать. А ты моя собственность. Я вообще-то тебя убью. Ладно, хорошо. Вы упрямо не соглашались. Потому что у вас был этот молодой человек на тот момент. И вдруг бабах, снова те же грабли. Человек обесценивает вас. Тоже живет с родителями, а от которых не может и не хочет сепарироваться. И снова неравноценные отношения. Где я, вся наизнанку, второй раз. Помните, я говорю, отмечаем первый раз? Второй раз. Стратегия. Я вся наизнанку. Я все готова сделать, а человек морозится. В настоящий момент новые отношения, по сути, разваливаются. Мне дают понять, что я не ценна, не в лоб, не прямо, а просто равнодушием, полным безучастием, держа при этом на коротком поводке.
Я не могу отпустить, хоть и понимаю, что надо. Настолько для меня дико и болезненно. Страдаю, дети, нет сил выйти из этого круга. Много читаю, слушаю. Много научилась, но сойти с рельса зависимости не получается. Такое отчаяние. Я читаю этих авторов давно. Авторов вы перечислили тут Зеланд, Крайон, Ошо. Это, конечно, достаточно такая сильная когорта людей, которые занимались, так сказать, духовным развитием. Это понятно. Хорошая опора, но, наверное, одним духовным развитием... Нет, можно на него опираться. Но на него надо опираться. Ну, то есть быть твердым в этой опоре, потому что если, например, вы ходите в церковь, например, да, я не про вас, а вообще, например, да, то вы таки приходите на воскресенье на исповедь и говорите, ну, в общем, сегодня согрешила. Но признаю и обязуюсь не грешить там, да, больше. Следующее воскресенье тоже, батюшки в глаза, ну, опять согрешилась, но обязуюсь не грешить. И так год. И уже такие, блин, да сколько это мало. Вот там, получается, я себя начинаю... Вот это понимаю, духовная практика такая, да? И батюшка говорит, что снова, снова, а цена твоих слов о том, что обязуюсь не грешить, насколько ее хватает? Ровно до выхода там из храма, да? Ну, то есть там есть система, да, вот эта система встроенная. Вот это тоже духов... Я привел пример духовного, скажем так, духовной схемы, но там я сам себе как будто бы... Сам себе строго хотя бы отношусь. А здесь просто, ну, почитал многие книги так духовно, да, все понял. Ну вот, не могу. Ладно. А вот про то, что у меня есть созависимость, узнал совершенно недавно. Ранее, наверное, полагала, что просто... Вот это наивно вы полагали. Что просто умея любить, как немногие умеют. Вот это такая... Вот здесь я улыбаюсь. Обожаю просто. Обожаю. И считала это сумасшедшей самоотдачей в отношениях, едва ли не величайшим достоинством своего характера. Ну, вижу, вы оцените, ну, вижу, вы обнаружили эту подкол. Но теперь, разобравшись в происходящем, вообще я не понимаю, что это моя большая проблема и насколько я влипла. Ну все, вот ваше сообщение заканчивается, в общем-то. Давайте так. Значит, Оксан, сколько вам сейчас полных лет? 41. 41, да? Хорошо. Я просто немножко глуховато вас слышу. Я сейчас Давайте. уточню. Сейчас нормально? Вот сейчас было нормально, но, по-моему, есть задержка. Ну, девушки, не пугайтесь, это другая задержка. Будем слушать, если что, я буду ждать обратную связь от Кати. Кать, если что, пиши мне, потому что если вдруг будет плохо. Оксана, пожалуйста, простите, пожалуйста. Олеся, да, я назвал вас Оксаной. Ничего, бывает у меня. Олеся. Олеся скорее белорусская, Оксана скорее украинская, да, имя? Вот. Олеся, прошу прощения. Значит, задайте тогда вопрос свой. Вот я прочитал вашу историю, я ее увидел со стороны, вот так. Есть, конечно, у меня картинка какая-то, представляю, я услышал вас. Задайте вопрос тогда мне, как психологу, в чем вам, как кажется, нужна помощь? Благодаря этому вопросу мы поймем, что вы видите, скажем так, целью, ну, то есть, как вы понимаете свою проблему. Задайте вопрос, что, в чем вам нужна моя помощь конкретно. Попробуйте сформулировать этот запрос, как он звучит. Знаете, наверное, мне бы хотелось попросить, чтобы, ну, разобрать ситуацию, чтобы я перестала наступать на те же грабли в виде какого-то треугольника бесконечного. Я человек, его родители, то есть я заметила эту тенденцию, которая меня очень смущает. Некое, вот знаете, происходит обесценивание каждый раз. Ну, родители, они всегда на первом месте, они это взрослые, которые вступили в эти отношения. И вот, наверное, мне бы хотелось, чтобы встречать других людей, сепарированных. И второй момент.
У меня проблема, видимо, в том, что, находясь в таких отношениях, я в итоге не чувствую себя счастливой. Ну, то есть это бывает, да, но именно что касаемо отношений, все счастливы по жизни человек, ну, я так считаю, жизнерадостный, но вот именно в отношениях у меня ощущение, что я бесконечно, ну, пытаюсь, да, вот, ну, может, Жизнерадостная паразитировать. жертва такая, я Вот, да, уточню, так и но знаете. вот мне бы хотелось, чтобы, наверное, не зацикливалась я так на партнере, и отношения, наверное, немножко уравновесились бы мои. Мне бы так хотелось, да. То есть не было зацикленности моей на ком-либо. Наверное, все было бы здоровее. Ну и в Не итоге, зацикливаться на партнере. Да, в итоге, находясь в таких отношениях, точнее, когда я понимаю, что, ну, все, да, партнер, может быть, устает от моих каких-то там, не знаю, от моего внимания, что ли, я не знаю, от моей заботы бесконечной. И когда надо выходить из этих отношений, такое я не исключаю, тоже бывает, у меня бывает, я не могу из них опять выйти. То есть, мне бы, наверное, действительно хотелось, чтобы партнер во мне, как вы заметили, правильно нуждался, да, вот неприятно мне это признавать, честно говоря, ну да. И в итоге запрос мой прозвучит так, что я бы хотела избавиться от этого, от этой потребности быть нужной другим людям, до такой степени нужной, как я вот сегодня это позиционирую сейчас. Ну-ка еще раз формулируйте. Я хочу избавиться от потребности своей От моей быть. потребности быть, как сказать, у меня есть некая зависимость, как вы правильно заметили, я Стратегия, все про время которую хочу быть сказали мы, два раза, которую повторили. я все время хочу быть нужна партнеру. И в итоге я не могу выйти из этих отношений, я понимаю, что этот момент меня очень держит. То есть вот эта вот нужность, то ли я жду, что вот за мной побегут, то я не знаю. То есть я бы хотела, чтобы у меня этой потребности быть нужной изначально не было. Нужной вот так Да. болезненно, вот так в такой степени. Хорошо. Надо быть нужной. То есть девиз, плакат, с которым вы идете по жизни, на первом месте нужность, на втором Олеся. Получается, что да, я себя сама, видимо, на второе место сдвигаю таким образом. То есть игра в нужность, она вашим мозгом настолько захватывает вас, что все остальное просто высыпается, скажем так, из фокуса внимания, или вообще страшно на это смотреть, что постоянно внутренний голос: крути педали, крути, по-моему, скорость падает, нужности, крути. Вот, то есть ваш мозг лихорадочно тратит силы, автоматический мозг лихорадочно тратит силы на нужность, да? Думаю, что да. Но у меня Такая правда вот. потребность. Какие советские лозунги, вы знаете, такие красные плакаты, там 1 мая, там нужность как смысл, нужность как жизнь. Ударим крепкой нужностью по браку, по связи там, и так далее. А вот, стахановские такие лозунги. Хорошо, я понял ваш лозунг. Стратегия, да, такая у вас. То есть ваш мозг знает автоматическую стратегию, вот такую. Ладно, я понял, здесь два запроса звучат такие. Первый запрос звучит очень интересно, потому что он находится как будто бы вне зоны вашего контроля, вашей ответственности. Игорь, я хочу не попадаться на те же грабли, что ко мне в жизнь приходит человек, который со своей семьей выстроил очень близкие, тесные, созависимые отношения. Как будто бы странно звучит запрос такой, но эта ответственность в чем? То есть его семья, его отношения, то есть там немножко некорректно он, наверное, сформулирован, не наверное, а точно. Но этот вопрос очень интересный.
Помните, как на уроках математики в школе? Давайте сейчас сделаем следующее. Вот вы дали кучу информации, помните, на уроках даже физики, там, да, сокращаем некоторые и упрощаем формулу. Оставим слева от равно, там, да, ваша семья. Все начинается, ваше сообщение. Я вам напомню сейчас. Я выросла в неполной семье. С острой нехваткой родительского внимания. А мои мужики, Игорь, сука, все сплошь и рядом из семьи, в которой такая просто связь. Суки, они мне что показать-то хотят всем этим? Давайте поставим формулы. С одной стороны, вот эту вот неполную семью. Равно вот это, мы все остальное сократим, потому что эта семья и эта семья. У вас есть фантазия? Тут же вы же как бы заявляете, вы же заявляете сейчас о магии такой некой, да, такой родовой. Вы думаете, как это может повторяться? Что тут такое? Это же какие-то, ну как это? Магия, то есть они же, я же их нахожу, Игорь, я их нахожу, они же внешне-то сначала ничем не отличаются, а потом я обнаруживаю, что они, оказывается, со своей семьей-то вообще не сепарированы. Ни один, ни второй. Вот, может быть, и другие какие-нибудь там были. Вот, при этом, вот эта магия, она как-то... Хочется задать вам вопрос. Вас эта магия, вас вот это вот неравенство такое, да? Я из неполной семьи, где не хватало и бы были отдельно. И теперь я сталкиваюсь, ну, во-первых, я в своей семье сталкиваюсь с этим же самым. То есть, если послушать ваших детей, например, старшенького или старшенькую, Две девочки. две Девочка и девочки, девочка и девочка. Вот если послушать старшенькую и спросить ее, скажи, пожалуйста, а вот какой опыт семьи ты проживаешь, вот если коротко? Она бы что описала? Фантазию, быстренько, не думайте. я точно знаю, что она описывает, и не питает моего внимания. Чего внимания не хватает? Ну, вообще, в целом, родительского, но моего в частности. Она прям говорит об этом. Ага, круто. А, ей не хватает моего внимания. Как так-то? Вы можете сказать, что вы его действительно ей мало даете? Да, могу. Могу. В чем проблема, как вам кажется? Изначально, когда она родилась 11 лет назад, в этот самый день, в этот самый час, минуту, секунду, я прямо почувствовала, что, ну вот меня как отрубило. То есть для меня взаимоотношения с ребенком, который родился, немедленно, просто моментально отошли на второй план. Мне было важно, наверное, внимание, ну это я сейчас так уже анализирую, внимание мужа. И ребенок больше. Ну, я заботилась, я делала все, я старалась быть идеальной мамой, там, ну, насколько мне вообще это удавалось. Но ребенок больше, он меня раздражал. То есть я раздражала бесконечная необходимость заботиться. Она, как назло, была беспокойная, живот все время болел. Муж с пониманием к этому относиться, ну, то ли не мог, не хотел, не знаю. В общем, я ждала его внимания, заботы, помощи. Но тут ожидания с реальностью разошлись. И вот на сегодняшний день, спустя 11 лет, я, по сути говоря, если так разобраться, до сих пор исполняю обязанности, но это не та безусловная любовь, которая вот бывает. И меня этот вопрос очень Не та виноватит, безусловно. Давайте назовем вещи своими именами. Не та безусловная любовь, которая у меня к мужу была тогда. Думаю, что да. Вот так честнее будет звучать. Невероятно. Угу.
То есть ваш мозг реально, короче, понимаете, ваш мозг. Во-первых, мне нравится ваша фраза. В этот час, в эту минуту и в эту секунду, когда она родилась, это ваши слова, цитата, Да. выключилось что-то, поменялось. Точнее, я скажу так, включилась программа. Назовем эту программу. Так примерно. Дочь, короче, знаешь, тут такая тема. Но у нас в семье не принято, короче, детям давать тепло, ласку и любовь. Ну, не принято, дочь. Ну, извини. Поэтому мне мозг, когда увидел тебя, он говорит, ну, в общем-то, а вот так это? Мы вот так воспитываем детей. Ну, вот через вот такой шаблон. Ну, вы его описали в начале сообщения. Это ваше ощущение, ваша семья. Да. Действительно, так А дочь у вас как конкурентка. Вы ее описали как конкурентка. Кто был конкуренткой в вашем детстве? Конкурентом? и одна выросла. У меня не было братьев и сестер вместе со мной, и не могу сказать, что кто-то был конкурентом. Я, наверное, очень мечтала, чтобы кто-то был, чтобы кто-то родился, но мама с папой мне было 8 лет, они развелись. И Из-за развелись, чего? и вот. Из-за чего? Ну, я вообще я с детства видела жестокое отношение папы к маме. И папа, он все А, время тоже психопат. А. отсутствовал. Он все время отсутствовал, а когда приезжал, он довольно-таки жестоко относился ко мне. Я совершенно его боялась. Ну и когда они Отлично, развелись, мне, да, стало легче. Жесток к вам, жесток к маме. А мамина стратегия какая? Вот ваша стратегия была, сейчас я ему... Ваша стратегия, как мы ее сегодня назвали, самопожертвование, самоотдача превыше всего, и я растоплю любое сердце. Вот наспор, растоплю любое сердце. Это ваша, а ее? Вот она как так оставалась этим жестоким? Коротко, пожалуйста, только. Какая ее была стратегия? Союза в этом браке. На чем основывалась? Вот папа был жестокий, психопатичный, возможно, такой, не знаю, какой, ну, как вот ваш муж, который «я тебя убью». Господи, как все красиво, как все одинаково, как все совершенно. Ну, почему это не видит? Ведь все один в один. Мужа такая найдет. Вот этот когда-нибудь обязательно крикнет мне, что «я тебя убью», как папа. Вот прям вот я переживу с ним, как вот то, что давал отец. Прям родное. Ну, я шучу, я утрирую, но ведь вы видите эти связи? Вы описали, он угрожал мне, он преследовал, он манипулировал, давил, то есть угрожал убить. Я все отниму, очень жестоко. Стратегия мамы. Я не знаю ее стратегию. Он настолько жестко Знаете, повлиял ложь. Знаете. Нет, стоп. Вы не понимаете меня сейчас. Вам не надо сейчас влезть в голову к маме. Вы сейчас скажете стратегию мамы, исходя из того, как вы ее поняли. Вы. Как вы ее ощущаете? Стратегия мамы. Нам плевать на то, что внутри было у мамы. Что мама делала тоже мама в этих... самопожертвует все время. То есть вы хотите И сейчас сказать, что вы... Да, продолжите. Когда мы взрослые, я это вижу, то есть она одинокая женщина, и меня даже раздражает ее бесконечное участие, потому что у меня другая семья, а ее так много, ну, то есть когда она приезжает, она тут свои правила порой пытается установить, ну, или точнее возмущается, когда я пытаюсь в своей квартире, там, в своей семье установить свои правила, в том числе для тех, кто приехал. И вот мама жертвует всем, то есть она себе может ничего не давать, но другим вот. Понимаете, да, какое отвращение вызывает вот эта вот стратегия, с которой вы на плакате ходите? Да, сейчас да. Почему? Потому А, что она потому что у нарушает меня границы. нет. Да. Нарушает границы. Потому что любовь – это слышать, а насилие – это нарушать границы. Это насилие, это не любовь. Если вы думаете, как вы написали, ну, вы в конце написали, что вы действительно поняли, что это была не любовь все это время, да?
Это была совершенно не любовь, потому что это было насилие. И эти мужики ваши с детства знают, что такое насилие. Прекрасно Да. знают. Я об Вот. этом знаю, что они знают. И вы об этом знаете что? Я знаю, что у них было вот такое детство у этих людей. Ну, все, видите, нового здесь ничего нет. То есть век живи, все повторится, как и в старой аптеке, улица Фонарь. Все то же самое вы сейчас воспроизвели красиво. Смотрите, все сходится. Мамину стратегию я воспроизвела. Мужиков, которые в мягком варианте холодны, холодеют, то есть абсолютно холодны. Это мягкий вариант такой, да? И в жесткий вариант «я тебя убью» вы получили. Холод своему ребенку, как минимум старшему, вы подарили. Ну, вот это ощущение, с которым вы сами выросли. Вот это. Вы хотели что-то Да. сказать? Я согласна. Да. Я просто, если все, что что-то, вы что-то уточняете, если я где-то не прав, обязательно уточняйте. Я же, ну, вижу вас первый раз, поэтому я что-то застряпал. Мы взяли цветочек, да, и у него вот этот лепесточек вы повторили, этот повторили, этот повторили, этот повторили. И ваша жизнь, она просто, вы сейчас видите, подвох родовых сценариев в чем заключается? Мы растем маленькими, и мы видим эту картинку из роли, вот. А потом приходит режиссер, говорит: так, а теперь меняемся ролями, а маленьким будет вот этот, а ты будешь вот этим. И все, и как будто спектакль поменялся. О, ёлы-палы, и все, и заигралось, и не вижу. А если посмотреть сам сценарий, ты видишь ничего нового, вот ничего нового. Те же самые лица, те же самые, ну, те же самые истории с теми же самыми людьми. И, как я уже говорил неоднократно, степень нашей, ну, вот, дифференцированности равно созависимости. Давайте так, грубо. Мы получаем в наследство. Мы не можем получить что-то иное, чем обладали наши родители. Вот вы его получили. На данном этапе вы его крутите. Хорошо. И это мы с вами поняли. Все равно. Я вернусь к вопросу про дочь, про мужа. Грузитесь немножечко, да? О чем грузитесь, скажите? Ну, потому что тема созависимости, она образовалась чуть ли не на днях. То есть, вот как я написала, я просто сижу и, ну, пардонте, офигеваю над своими манипуляциями с людьми, которые я считала просто вот течением обстоятельств, что ли, я не знаю, своими какими-то качествами, даже положительными. Ну, я имею в виду течение обстоятельств, это то, что из этого вышло. И удивлялась, как мир ко мне несправедлив. Нет, 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 вот я поражаюсь с вас, человечество, хочется сказать, я же Дарт Вейдер. Я поражаюсь, смотри, мир для тебя сделал, красиво сделал, смотри, все повторил, говорит все, как хочешь, все для тебя, и это, и это, и это, и это, и это, все повторил тебе, и ты... Подлый мир, а он что должен повторять? Я правда сейчас очень серьезно говорю, посмотри. Когда ты видишь, что он красиво и очень совершенно повторил все то, что ты уже знала, но не видела, понимаешь, ощущение жертвы может уйти. Кто жертва здесь, скажи? Ты? Не факт. Дочь? Ну, точнее, нет, и ты, и дочь, и муж, и все. Все жертвы, каждой своей части. Мужа, мы здесь, если мы послушаем мужа, знаете, честно, возможно, плакать будут больше, чем над твоей историей. И то, как он расскажет нам про тебя, это не, ну, это, конечно же, его видение тебя, смешанное со своими галлюцинациями прошлого, но я думаю, плакать мы будем не меньше. И каждый из вас там, несомненно, будет ощущать, что он несчастен. Он жертва, и он страдает. И это правда, такая же правда, как просто
красота повторила себя саму, ну, совершенство, занесло красота на совершенство механизма. Он работает, красиво повторяется. Все. Меня не отпускает вот это, я все здесь понимаю, у меня здесь, знаете, как вот у физиков там, или у математиков теоретических, я вот формулы же рисую здесь, вы думаете, что я тут рисую, у меня тут формулы, математические выкладки. И вот эта вот трансформация дочери в конкурентку любви, она меня как-то все равно оставляет немножко здесь, это мое любопытство. Вот этой, которая старше. Откуда эта часть рисунка все равно? Ты одна в семье, я это услышал. Но как будто бы, а может быть, это и есть ответ. Я не готов вообще, я не имею опыта вообще ни с кем делить нафиг. Я одна. И мои дети, они сразу же попали в когорту тех, кого, в общем-то, кукушата из гнезда такие выкидывают. Формально нельзя выкинуть, заботимся, а вот эмоционально, как будто бы из гнезда, давайте. Я одна, я не накормлена, не насыта. Если я сейчас говорю какие-то такие вещи, которые делают тебе больно, ты мне говори, пожалуйста. Да, неприятно это слышать. Я понимаю, что это задевает что-то в моей душе. Но я при этом же понимаю, что я ее... В общем, я все понимаю, все, что вы сказали. Я это и раньше понимала, что я кукушка такая эмоциональная. Но не дает мне социализация, может быть, еще что-то. Это же некрасиво, это же как ребенка, да, выкинуть. Вот, то есть я пытаюсь быть хорошей мамой, но толку нету. Я понимаю, что... Хорошо. Я это делаю как будто бы неискренне, что ли. Да. А теперь я скажу одну важную вещь, ты у меня услышь, пожалуйста. Тебе и другим. Вот я сейчас говорю, это может показаться, что... Это действительно может вызвать чувство вины у тебя. А я со своей стороны хочу тебе напомнить. Услышь, пожалуйста, меня сейчас. Не смей вообще никакое чувство вины за себя плохую мать даже близко к себе подпускать. Потому что ты, еще раз услышь меня, говорю, ты сделала все совершенно. Совершенно. Как было у тебя записано, ты совершенно это повторила. И это делала не Олеся, это делал автоматический мозг. Он до тех пор, пока ты не начинаешь осознавать, что происходит, ты просто делаешь рисунок. Бесполезно бороться с этой любовью, искусственно ее вызывать, какую-то там правильную любовь, тепло, да? Бесполезно искусственно, потому что в записях у тебя написано «подарить ребенку ощущение холодного гнезда». Например. Поэтому какая вина твоя в чем? Но вот сейчас ты начинаешь это понимать, сейчас начинает появляться возможность исправить, а какая нахрен вина за то, что ты просто делала, что было записано? Вот это и есть та несвобода, с которой мы, в общем-то, пытаемся бороться. Она записана в тебе, и ты ее делаешь. На простом сознательном уровне такая, нет, я должна правильной быть, любить, близкой, теплой и так далее. Но, увы, нет. Все, понял. Услышишь меня? Я отделяю вину, которая является не твоей, а программной. Программное поведение, программа заставляла тебя выстраивать отношения с мужем и с дочерью вот так. Я отделяю эту программу там от Олеси. А Олеся сейчас говорит, похоже, я увидела программу. И винить себя за то, что работало сильнее меня, автоматичнее меня, я отказываюсь, не хочу. Я прошу, пожалуйста, отделить эти две вещи, здесь четкую границу провести. Ты можешь услышать сейчас не очень тяжелые, неприятные для себя вещи, посмотреть в них, но, к сожалению, для тебя ты не виновата. Хочешь ругать себя, ругай. Если у тебя есть такая привычка, уничтожай себя. Но ты
к сожалению, для этой привычки не виновата. Увы. Ибо нет вины, есть только автоматика. И ты идешь в сторону того, чтобы с этой автоматикой справиться. Хорошо. Так вот, твой первый запрос, почему ко мне попадаются мужчины, которые не сепарированы со своей семьей. Почему? Права платить должны. Что приходит? Любой бред скажи сейчас. Я не знаю, честно, я не знаю, почему. Ну, это уже не бред, это уже какие-то там доводы, к которым я пришла, наверное, Да, потому просто что за ничего ничего. мне нужно себя, обратить внимание на себя. Может, поэтому? Ну, на свои потребности, а не пытаться влиться и понравиться там. Ну, то есть, Но только когда муж со своей семьей появился, я так обрадовалась, я решила, что наконец-то у меня будет сплоченная семья, и меня туда возьмут, но меня туда не взяли. вот умница, вот это мне больше нравится. Мой муж как тропинка, мостик, теплое гнездо. Мне прям нравится. Давай сейчас послушай себя, пожалуйста, послушай себя внимательно. Это не такой уж, если честно, и редкий. У нас, кстати, некоторое время назад девушка была на диагностике, не знаю, следишь ты или нет. Из Италии такой вычурный случай, у ребенка проблемы с кровью, и эта кровь всегда родственник, это родня, семья, клан. И вот у нее же тоже была такая проблема, что она из... Смотри, узнай, давайте сценарий, кто помнит, сейчас поддакнет. Женщина, у которой не было семьи, очень рано ушли родители, очень рано, там даже до 10 лет, мама и папа погибли там или ушли, там умерли. Она с абсолютным голодом вот этого теплого гнезда находит клан, семью, в которой связи, ну просто пипец какие крепкие, ну просто не итальянцы, юг Италии, там они там все такие взаимосвязанные друг с другом, она с ними борется, так же как ты, но почему вы так крепко тут все сцепились? И она, понимаешь, холодное гнездо детства заставляло ее через мужа искать. То есть муж способ войти вот в этот теплый клан, увидеть, научиться. Я вообще хочу, чтобы ты видела эту причину как одну из. И вот скажи, пожалуйста, это получается, что я продолжаю, не осознавая себя как девочка, маленькая я девочка, хотеть, что какая-то семья мне это додаст. Думаю, что да. Так, чего не дали-то? Ни одна, ни вторая. Чего они тебя не Ну, приняли-то? во вторую я и не рвалась, а вот что касается, это просто совпало, что там тоже человек вот не сепарированный попался, Ну, и конечно, интересно, совпало. ванну, например, ставит выше даже своих там, ну, где-то, может быть, собственных там, или моих так точно. То есть вместо того, чтобы со мной побыть, человек с мамой, взрослый же человек. Это Вот. понятно. А Это я тут понял уже. совпало. Чего не взяли тебя? А первая семья, так они прямо конкретно, они были против еще на берегу, еще до замужества. Не знаю почему, но мне так казалось, Да знаете, я нет, такая умница, нет, 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 нет. красавица. Не знаю, почему не пойдет. Не знаю, почему не пойдет. А, говори, почему. Потому что я не такая, как они. У меня другие ценности, я не такая, они в деревне. У меня нет этой расторопности, я лентяйка там в их понимании, все долго делаю. Не знаю, что еще, в голову просто не приходит. Да, они всем были недовольны. То есть мою посуду, например, я все время пыталась им угодить. Мне хотелось в эту семью попасть, влиться, чтобы меня там любили, чтобы меня вот так же вот гладили, как Все понятно. Это детей. как тренажерный зал для лозунга на плакате. У тебя есть лозунг на плакате. И эта семья замечательный тренажерный зал, чтобы тренировать навык.
лозунг на плакате, который мы с тобой в начале нашей встречи обозначили, который звучит, как там, самоотдача превыше всего, например, да? Лучше всего тренировать этот лозунг где? С людьми, которые тебя отталкивают. Чем больше тебя отталкивают, чем больше к тебе холодны, чем больше тебя не принимают, тем круче я могу навык свой. Вот смотрите, давай так, альпинист, где лучше всего применить свой навык? В самых крутых горах. Да. Где лучше всего применит навык женщина, которая говорит, я с помощью самоотдачи завоюю любого? Там, где ее выталкивают. Ну, навык тебе важнее, навык важнее, не семья нахрен. Твой мозг живет по принципу, где... То есть, как обнаруживает мужчину Олеся? Заводит первого, она смотрит на него, смотрит... Пару слов перебросилась, уводить, уводить. Второго. Пару слов перебросилась, уводите. И третьего заводят там, раз, она такая, пару слов перебросилась, раз. А если вот это для тебя сделаю? Все, идет. Затушил сигарету, беру. Потому что считала, что... Здесь надо будет бороться. Ну вот, как альпинисты лезть. Это тоже вторая причина, почему такая семья мне попадается. А что с этим делать тогда? Я же не специально их встречаю. Ну то есть я что не отборник. Этим? Подожди, я задай вопрос. Отборник. Задай вопрос полностью. Все, что? Кто задает вопрос абстрактно, который звучит, что с этим делать, не хотят получить ответ. Задай вопрос четко. Что с этим делать, с чем? Как мне... Навык? Где слово как навык? Мне перестать, как мне этот навык перестать вырабатывать? Отрабатывать его? Как перестать? Фу. Вот, отлично. Вот это уже хотя бы звучит более конкретно. Игорь, как мне мой навык перестать включать? Потому что первый твой вопрос звучал как? Игорь, почему я все время попадаюсь на те же грабли? Мне достаются молодые люди, у которых вот там семья какая-то. Вопрос звучит мистически, магически. Вот если мы его возвращаем к тебе, в твой навык, то тогда мы начинаем понимать, что это что-то, что зависит от тебя. Потому что, я выискиваю гнездо, где так крепко, как не было у меня. И не просто крепко. Твой мозг говорит, вообще-то, Олеся, будем честными, твой мозг хрен с два опустит тебя в теплое гнездо. Спорим? Как думаешь, почему? Потому что навык надо вырабатывать. Во-первых, там навык не применять, не применить. Там все произойдет, там тревога будет расти. И тревога твоя будет тебя заставлять делать вот так. А скажи мне, что за тревога? Если сядут вокруг тебя люди и скажут, ты нормально, все хорошо. Погладили, полюбили, сели, окружили тебя, смотрят на тебя добрыми глазами. Да ты наш, наш, все хорошо. Давай, что с тобой? Слушай себя. Сели, говорят, все. Будем жить вот так просто, все. Да ты наш, ты член семьи, ты родная, все. Мне будет мало, мне будет некомфортно. А что это за дискомфорт? Какого качества этот дискомфорт? Отследи это чувство. Я не могу не формулировать, я не получается. Не я убегай, понимаю, что пожалуйста.
я понимаю, что ну, во всяком случае, сейчас ощущение, что я там все равно чужая. То есть это нужно не там, мне. А вот теперь внимание в тебе и всем. Человеку, которого внутри есть знание о себе, я в этом гнезде чужая, никогда, скажем так, и твоя жизнь это подтверждает, я сейчас объясню. Для такого человека оказаться в теплой, любящей семье является адом. Не меньшим, чем жить там же, где и всегда. Там же, где и всегда, я чужая. Для своего мужа, для своего папы, непонятая своей мамой, нелюбимая тоже. Ну, там, гиперопека — это не любовь, там, да, или чего она там. Нарушение границы — контроль. Ты злишься на контроль. Вот. Твой мозг никогда не пойдет в теплое гнездо и никогда не найдет мужчину, потому что внутри уже есть прошивка «я чужая». Если я попадаю туда, где все улыбаются и говорят, внутри начинается вот это вот «я чужая», будет расти тревога, потому что я все равно, Игорь, даже здесь не могу от этого ощущения избавиться. Я не знаю, а если я там накосячу, если в любой момент я что-нибудь сделаю, от меня откажутся, лучше нет. Лучше продолжать, как я умею. Поднимаем плакат, находим того, кто говорит, ну, по-моему, ты чужая. И я такая, сейчас я тебе покажу. И эта игра длится бесконечно. Твоя, например, дочь старшая, что говорит? Мне не хватает твоего внимания. Похоже на ту же самую прошивку. Я чужая. Да, я уверена. Передала, передала по наследству. И теперь эта прошивка не будет искать теплую семью. И теплая семья опасная, опаснее, чем холодная даже. Теплая угроз больше, там непонятно, что делать. Для холодной у тебя есть стратегия, а для теплой? Олеся, какая у тебя стратегия для теплой семьи? А нет у меня стратегии для теплой семьи. Я тут, опять же, совершенно чуть ли не час назад, но это я так образно выражаюсь, пришла к умозаключению, что вообще есть, возможно, какая-то потребность быть, ну, не принятой, не понятой, а в какой-то, ну, в жестком ко мне, что ли, отношении. Ну, Может, психопатичный, да, потому то, что я что... знаю. Может быть, потому что я знаю, как действовать в этой ситуации, уже есть какая-то программа, но... Вот и все. Поздравляю, у вас в портфолио вы приходите устраиваться на работу. Я говорю, покажите свое портфолио, вы достаете одну фотографию, вы дизайнер, и я говорю, и все, я говорю, умею только вот такие лопаты рисовать, там, я не знаю. Ну или как, копать умею. А еще что-нибудь? Ну, нет. У вас в портфолио небольшой выбор стратегий. И стратегии для теплой семьи у вас нет. Угу. Из чего складывается стратегия теплой семьи? Давайте так. Мы сейчас будем заканчивать с вами. Я буду подытоживать. Вы действительно обладаете, вы находитесь действительно сложной созависимой программе. Это правда. Значит, своим рассказом, спасибо, кстати, вам за открытость, своим рассказом вы показали, что очень красиво, и я сказал даже, ну, слово красиво, оно может звучать неуместно, но действительно это красота совершенства. Вы воспроизводите этот рисунок. Мама, я
И дочь уже еще в жизнь не пошла, но уже имеет внутреннее ощущение, готовое для этой программы. Вот он, родовой сценарий, пожалуйста, в своей красоте. А мама использовала стратегию самоотдачи. Я использую стратегию самоотдачи. Как работает дочь, я не спрашивал, не знаю. Она какой стратегии заполняет я своя? Какой? Как она это добивается? Это очень яркий пример на самом деле, допустим, где-то в гостях, то есть как я для кого-то другого, да, больше готова дарить тепла и любви, чем, допустим, для дочери, так и она где-то в гостях, где семья теплая, подсознательно туда стремясь, она просто, она прямо даже говорит, я в гостях это делать люблю, она может прибираться, она может сидеть с маленькими детьми, у нас есть маленькая сестра, здесь она с ней сидеть не хочет, и так далее, то есть она проявляется вот так. Мне стало сидеть с маленькими детьми. С удовольствием я буду сидеть с маленькими детьми. Мне страшно стало. Я просто, ну, я сижу с маленькими детьми и нередко. И вот извините, вот это просто вот вы прям в сердце попали. Я даже буду сидеть с маленькими детьми. Вот это вот так, настолько. Это мои фишки уже, знаете, такие. Не обращайте внимания. А, вот, в общем-то, вы рассказали, да? Моя дочь тоже ищет теплую семью и тоже делает такую стратегию. Если вы сегодняшнее содержание встречи расскажете дочери, у нее станет все понятно и на свои места. Может быть, даже рискнете показать видео, но не факт, не стоит, наверное. Не стоит. Рассказать дочери, чтобы ей объяснить, почему она делает, что она делает, как это делает мама и так далее. Вывести дочь из-под удара. Это важно. Так мы убираем автоматизм у наших детей. У вас. Значит, первое, которое я задаю вопрос вам. Где я возьму стратегию теплой семьи? Поведение в теплой семье. Во всех смыслах и на всех уровнях. И на каком-то общечеловеческом уровне. А что это такое? А как это? А как они там себя ведут? И на психологическом уровне, потому что у вас на психологическом уровне в теплой семье конкретный дискомфорт. Вот это уже конкретно измеримые психологические критерии. Там стыд, вина, тревога, например. Как я с этим буду работать в теплой семье? И это то, что я должна буду сделать для себя любимой. Сценарий мы разобрали, он стал понятен вам, надеюсь. Это да. Первое. Второе. Отлично. Стратегия теплой семьи – это то, что я должна, чем должна обогатить свое портфолио. Второе. Значит, лозунг. Как там? Самоотдача. Самоотдача. Угу. Превыше всего, да, назовем это так. Самоотдача превыше всего. А, и вот третье, это, значит, но это вытекает из первого, то есть стратегия теплой семьи. Если вы ее, если, когда вы начнете решать эту проблему стратегии теплой семьи, вы закроете проблему нахождения людей, мужчин, которые имеют несепарированность со своей семьей. Потому что вы, ищете теплую семью, как будто бы, и не находите, и не найдете. Потому что там вас, вы ищете не семью, а вы ищете отталкивание. Вы ищете отталкивание. И у мужчины, и в семье вы ищете отталкивание. Понятно, чего вы ищете? Да, понятно. Вы ищете отталкивание. Вот. И тогда, потому что у вас внутри глубинная прошивка. Я чужая. Я должна ее постоянно подтверждать. Мое бессознательное хочет постоянно обнаруживать снова и снова, что я чужая. Вы можете рассказывать здесь кому угодно, что вы ищете. Но вы ищете.
ваш автоматический мозг хочет снова и снова оказываться в обстоятельствах, где я чужая, и меня отталкивают. И вот это вы находите успешно. Вы специалист в этом. Очень важно видеть, в чем я специалист, потому что тогда я понимаю, что... Ну, я вижу этот навык, и он, я не хочу, он мне не нужен. Но, увы, я его делала. Отталкивание, да? Отталкивание и как ответ стратегия самоотдачи превыше всего. Вот эта игра. Как сделать так, чтобы она остановилась? Самоотдача. Меня отталкивают, а я бросаюсь. Как вы написали, на данном этапе вы находитесь на коротком поводке. Да? Да. Ваши слова. А теперь внимание. Сейчас, секундочку, прочитаю. Где тут эти слова были? И он держит меня, держа при этом на коротком поводке. Он держит на коротком поводке. Как вам эта фраза? Ничего не смущает? Это смущает, конечно. Где там я? Кто самоотдачей держит на коротком поводке этого мужчину? Самоотдача, стратегия самоотдачи. Ты без меня. Я тебе покажу такую любовь. Такое облизывание, такое самовключение, что ты не захочешь отсюда уходить. Правда, это будет насилие, конечно, он это, естественно, распознает. Сначала покупается, но потом распознает. А ты кто кого на поводке держит? Хороший вопрос. Теперь уже. Давай честно. Мы друг друга держим на поводке. Чего на одного-то ответственность вешать? Он умеет это делать холодом. Он такой: хотите, сейчас покажу, как сделать так, чтобы она вообще не отлипла. Все такие: как? Смотрите. Называется метод Пушкина. Или кто там, Лермонтов, да? Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей. Он про созависимость вообще все понимал прекрасно. Холод. И она такая: я... Она... Все таки: как ты понял? Вы что, не умеете читать, что у нее на плакате написано? Смотрите! Самоотдача превыше всего. Они такие: точно, точно, на плакате же все написано. Все. И мы танцуем. Кто кого на поводке держит? Вот ты сейчас смеешься. Как перестать этот поводок держать? Как? Скажите, пожалуйста, как? Да, давай. Я тебя спрашиваю. Я тебя тоже спрашиваю. Как ты можешь перестать держать этот поводок? Ну, чисто в теории, развивать в себе другие навыки. Давать умные себе слова то, какие-то сказала. Хорошо, давать себе то, что не хватает мне там, только на практике это не получается. То, что я пытаюсь дать другому. Давать это себе. Но... Красивые такие слова говоришь, такие. Я их часто слышал во всяких так правилах, так объяснений, как взращивается личность, так как вот взращивается взрослое внутри из ребенка. То есть постоянно слышу эти слова, правильные слова. Прям. Наверное. Вот если бы это был экзамен, я бы сказал: ну тут пятерка. Ну, тут пятерка. Просто, господа студенты, ну тут пятерка. А в жизни нет. Ну так почему в жизни не пятерка, а на словах пятерка? Как остановить тогда эту потребность? Назови потребность. Держать человека на коротком поводке. На поводке. Вот это честно звучит. А то у тебя столько раз повторялось, что мной манипулируют. А получается, что надо вернуть-то себе.
Я манипулирую. Тоже, тоже, тоже. Слышишь? Тоже. Не ты только манипулируешь, а тоже. У вас, в общем-то, так это и работает. Вы только этим и занимаетесь. Хорошо. Как отпустить человека с короткого поводка? Дай мне определение любви. Что такое любовь? Да. Вот еще пару дней назад я пыталась рассуждать на эту тему, и у меня сложилось определение, где я отдаю опять все, а себе не прошу ничего. Это быть рядом в любую там минуту, участвовать в жизни другого и так далее. А сейчас я понимаю, что это все нарушение, желание нарушить границы другого человека. И тогда сейчас что такое любовь? Любовь — это позволять себе и другому жить по собственному, наверное, волеизъявлению. Жить так, как он этого хочет. Жить по Ну, вот так собственному вот. волеизъявлению другому, даже если я бы хотела при этом, чтобы он Даже жил по если по мне, моему да. волеизъявлению. Да, даже если я хочу как-то по-другому. Как красиво звучит. Позволить другому жить по его волеизъявлению, ну то есть вернуть ему право управлять своей жизнью, да? Да. Вернуть его банальное право, данное Богом, ему быть хозяином своей жизни. И вернуть себе свое право быть хозяином своей жизни и уметь пережить боль от несовпадения. И напоследок, парадокс. В литературе, которая касается жизни брака, очень часто учат тому, что нужно сформулирую. Часто учат тому, что нужно вот как ты быть включенным в жизнь партнера, там, делать что-то для него, как бы там, я не знаю, давать ему там тепло, любовь, заботу, поддержку тогда, когда вот он в этом нуждается, быть чутким к его желаниям, там, и так далее. Это залог, близости. Туфта. Чем больше я не предаю себя, тем крепче отношения. Парадокс. Чем меньше я предаю себя, тем крепче отношения. Парадокс. Докажу тебе из твоего сообщения. Когда я вступила в новые отношения, мой муж вдруг ожил, начал бегать, ревновать, пытался вернуться, манипуляции не изводил. А вот это крайняя форма. Но, по-моему, в тот момент ты выбрала себя. Ну, ты выбрала себя, выйдя, уйдя в другие отношения. Но выбирать себя можно в паре, в отношениях. Опустить лозунг и поменять его на... Никогда не предаю себя. Опасный лозунг. Опасный лозунг. Да вообще капец, как страшно. Вот этот страх, который от этого лозунга возникает, это и есть такая цель
для мишень для твоего внимания и для работы. А страх один. Все разбегутся. Я тебе говорю, прикинь, парадокс. Крепче будут отношения. Открываешь Инстаграм, открываешь любой паблик, где учат женщин женскому счастью, и ты будешь читать только вот это, по сути. Чем раньше я выбрала себя, чем раньше я стала верной себе, интересной себе, чем раньше я стала слышать себя, ну, это все вот эти вот, все, на что ты на пятерку заработала сейчас, вот все, что ты сказал там, да? А вот, а не предавать себе. Я та, которая себя не предает. А вот, а ты предаешь себя, да. И вот эта базовая свобода того человека определять его жизнь. Это на словах, конечно, просто, но в действительности тебе придется пройти некоторый этап. В прямом контакте с этими чувствами, вот этими вот всеми такими, как? И руки дрожат, и лозунг поднимаешь. У тебя лозунг, плакат сделай обязательно себе. Напиши его обязательно. И вот у тебя будут дрожать руки, все будут идти смотреть демонстрации. Один плакат вот так дрожит, и все такие, там все, у всех там плакаты красные, а тут такой белый какой-то. И там вот не предаю себя, и все такие, эй, это что такое? Не предаю себя, все равно иду с этим. Татуировку сделай. И вот это будет тем, что должно стать твоим новым навыком, новым частью портфолио. Ну и вообще в портфолио было бы круто, если бы у тебя было хотя бы штук 5 разных стратегий. Это про портфолио, в котором у тебя пока одна. То есть ты можешь найти работу, где только нужно рисовать лопаты. Понимаешь меня? Ты найдешь мужчину, где только могут востребована быть твоя стратегия одна. Не забывай. Вот, стратегия, вот это вот лозунг на плакате. Смени лозунг, смени, скажем так, осознай все вот то, что я тебе сказал про поиск теплой семьи. Все, давай, все остальное это уже частности, нюансы и так далее. Есть какой-то вопрос, который бы ты хотела сейчас задать? Один, задавай. Нет, на самом деле мне все понятно и поняла, в каком направлении двигаться надо. Но капец, как страшно. Тебе... Ты хитрый какие. Страшно, это показатель того, что ты подошла к одной... Ты... Вот я на курсе по трудовым сценариям, когда буду рассказывать про тоннель. Тоннель – это тоннель, из которого ты не можешь выбраться. Он сверху, по бокам и снизу – это чувство, которое охраняет. Вот если ты испытываешь страх, вину, стыд, это значит, что ты подобралась к стенке тоннеля. К одной из. Ну, там, вина, страх, стыд, отчаяние, что угодно там может быть. Это значит, ты у стенки тоннеля. Вот это и есть компас. Все правильно. Слышишь? Преврати свой страх в показатель. Все правильно. 7 августа. Родовые сценарии стартуют. Тебе и всем. Давай завершаться. Ты пересмотришь еще раз с чистой головой, дочке расскажешь, себе расскажешь, а сможешь увидеть нюансы, которые сейчас могла не услышать, потому что была вот в таком состоянии, я это видел, что ты была в таких процессах, тебя торкало, ты там вываливалась. Последнее слово, которое я тебе еще расскажу. Если ты вздумаешь винить себя за всю эту красоту, которую по-честному выполнял твой автоматический мозг, ты, значит, вообще ничего не поняла про то, как работает сценарий. Если ты начнешь винить, значит, ты начинаешь повторять. Если ты осмелеешь простить себя за то, что сделала не ты, а сделал автоматика внутри тебя, ты сможешь шагнуть на следующий этап. Принятие, соответственно, в новый выбор. Новый выбор невозможен без прощения принять. Понятно? Да, мы понимаем. Да, ты молодец, что ты открыта и идешь и смотришь в это. Это некоторый путь. Все. Я хочу поблагодарить тебя, спасибо, и всем участникам хочу позвать на родовый сценарий. Вы видели на примере Олеси, как три поколения, как минимум мама, она и дочь
имеет красивый рисунок, красивую одинаковую стратегию, как это красиво одинаково повторяется. Я научу вас это все видеть, понимать и дам инструмент, как с этим справляться. Спасибо, Олеся. Мы всегда с вами на связи. Давайте. До свидания. До свидания. И вам тоже до свидания. Будьте свободны от всех этих повторяющихся приколов.